Всем привет! Недавно я получила вот такую вот посылочку с ланчбоксом. Она была упакована очень хорошо, все было очень аккуратно. Вот, он герметично закрывается. Здесь вот прорезиненный. Вот, и здесь еще резиночка такая. Что хочу сказать, он практически не имеет запаха, этот контейнер. Здесь вот лежала такая штучка-вкладка специальная. Имеет маркировку, что он для заморозки, он для разогревания, то есть пищевой пластик. Ну, короче говоря, доверие внушает этот ланчбокс. Вообще штука очень удобная. Я давно такую хотела. Неудобно, что сюда помещается также ложка. Ну, не знаю, как бы она тут с едой влезет или нет. Но не суть. В чем прикол? Сюда можно положить по разным отделениям еду. То есть, например, сюда мы кладем белковую какую-то еду, например, там рыбу или птицу или мясо. Вот, здесь мы кладем, там, предположим, гарнир и, вернее, здесь, наверное, скорее всего, овощи лучше положить и какой-то, ну, либо гарнир. Ну, короче говоря, как вам нравится, как вам больше удобно и как вы предпочитаете есть именно в пропорции, да, то есть если либо вы съедаете, например, больше белковой пищи, значит, вы смотрите, какое отделение вам лучше положить на полный, то есть наглядно. Если вы хотите съедать сейчас больше овощей, значит, вы наполняете самое большое отделение овощами. То есть это удобно для спортсменов, то есть следить за своим питанием и наглядно смотреть, сколько чего и куда вы съедаете. Вот. Также здесь есть вот такой вот контейнер, закрывающийся еще внутри бокс. Это тоже очень удобно. Сюда вы можете взять какой-то десерт, например, может быть, ягоды или еще что-то. Кстати говоря, можно сюда положить соус. Насчет супа контейнер этот вот внутренний, он маловат. Я принесла воду, чтобы попробовать посмотреть, как он будет держать жидкость. Вот, сейчас посмотрим. Не пробовала еще в него наливать что-то жидкое. Нормально. Ну, возможно, какие-то капельки небольшие просачиваются, но в целом, учитывая то, что вы еще сверху прикроете, придавите, ну вот пара капель, я думаю, неплохо. Для соуса вполне так даже и здорово будет. Вот. Что? Ложка такая достаточно большая, но узенькая, удобная. Не назовешь ее чайной, но в то же время и для столовой она, конечно, маловато, поменьше, чем столовая. Вот. Пластик такой действительно качественный. Вот у этого контейнера он. Я покупала другие. Еще у меня есть попроще. Вот, пластик гораздо вот крепче, гораздо как-то он плотнее. Крышка такая вот добротная. И мне очень этот контейнер понравился, я решила его вам показать. Если кому-то интересно, кто-то давно такой искал, я смотрела, в принципе, искала, но цена была какая-то завышенная, то есть около 1000 рублей вот такой контейнер. На Алиэкспресс я нашла его по достаточно приемлемой цене. Вот, можете посмотреть по ссылке, которую я оставлю. Надеюсь, кому-то это пригодится, будет полезно этот обзор. Всем пока!